Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам про цвета в русском языке. Вы видите на слайде цвета. Вы видите зеленый цвет, голубой цвет, желтый цвет, белый цвет, черный цвет, фиолетовый цвет, синий цвет, серый цвет, красный цвет, коричневый цвет, оранжевый цвет и разноцветный квадрат. А здесь вы видите красный цвет. Слева красное дерево, в центре красные ногти, справа красный перец. А здесь вы видите синий цвет. Слева синий кит. В центре синий цветок, справа синие ногти. Здесь вы видите голубой цвет. Голубая лягушка, голубое небо, голубой попугай. А здесь вы видите фиолетовый цвет. Слева фиолетовый диван. В центре фиолетовые цветы. Справа фиолетовый фен. А здесь вы видите желтый цвет. Слева желтый диван. В центре желтая машина, справа желтые перцы. А здесь вы видите зеленый цвет. Слева зеленый лук, в центре зеленый виноград, справа зеленый попугай. А здесь вы видите розовый цвет. Слева розовые цветы. В центре розовая машина. Справа розовые фламинго. А здесь вы видите оранжевый цвет. Слева оранжевый цветок, в центре оранжевая машина, справа оранжевые апельсины. А здесь вы видите коричневый цвет. Слева коричневые конфеты. В центре коричневый кофе, справа коричневая собака. А здесь вы видите черный цвет. Слева черная кошка, в центре черный конь, справа черная птица. А здесь вы видите белый цвет. Слева белый кот. В центре белый лебедь. Справа белый цветок.
А здесь вы видите серый цвет. Слева серый кот. В центре серая птица. Справа серый волк. Школа Russian for All благодарит вас за внимание. До новых встреч!